сегодня вручить вам вот такие наклейки в ваши торговые точки. Если вы захотите разместить, мы будем очень рады. «Цветущий город 2017» как участникам уже нашего конкурса проекта. Конкурс «Цветущий город» в 2017 году расширяет свои границы. И перед стартом мы сегодня пригласили те торговые учреждения, которые предоставляют нам элементы благоустройства, которые предлагают нам вазоны, которые предлагают рассаду, грунт, для того, чтобы на старте конкурса нашим участникам, новым участникам рассказать о возможностях благоустройства своей дворовой территории, своего образовательного учреждения, учреждения культуры. Мы это решили потому, что с каждым годом появляется что-то новое, и мы должны идти цветущим городом впереди. Наши клумбы должны быть красивее, наша рассада должна быть более богаче. И мы имеем все возможности наш город к 240-летию сделать цветущим, так, чтобы мы могли им гордиться.